Эти китайские военно-транспортные самолеты в минувшие выходные приземлились в аэропорту Белграда. По сообщениям западных СМИ, на борту могли находиться экспортные варианты зенитно-ракетных комплексов «Хунцы-22». В понедельник официальный представитель МИД КНР заявил, в целях реализации плана двустороннего сотрудничества Китай направил военно-транспортные самолеты в Сербию для доставки военных грузов. Это предусмотрено планом на нынешний год. Надеемся, СМИ не будут проводить какие-то излишние интерпретации по этому поводу. Проект не направлен против третьих сторон и не имеет отношения к текущей ситуации. Вместе с тем ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что 12 или 13 апреля представит новейшую гордость сербских вооруженных сил. При этом политик не уточнил, о чем именно идет речь. Сербия закупала военную технику у России. В будущем Белград намерен приобрести истребители у Парижа.